Ну-ка, куда ты пошел? Куда пошел? Ну-ка, давай на место. 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 Кабель на мамку рычит, кидается, рычит. Вот какой злобный, хороший кабель, вообще зачетный, рычит. О, смотрите, инстинкты, рефлексы. Ух ты, на мамку как огрызается. Обалдеть. Разговор семейный. Неуплата налогов, элементов. Разбирает вагончик. Белку все. А где Чеза? А, Чеза стоит, остывает, как лошадь в стойле. О, на мамку нападает, рычат. Звери, я говорю, звери растут, звери. Зверюги. Стоит, остывает в колодце. Кабель лезет, хочет, Злата не дает. Он как... Ну дай ему с щенками-то побыть. Ему и тоже интересно. Кабель, Каюр, ты что, обалдел? Толстые жопы. Выкуривает, выкуривает. Кабеля выкуривает. А он хватает из-под тишка. Дай-ка вам прикроем. Чик под подставку, под этот, под порожек хотел прозалезть. Нравится ему это все узкие места. Ну, лайки есть лайки. Все тесное, все узкое, все... Погрызть надо уже все. О, там атака идет. И вылезает, даже лезет уже. Кусается. Ну, пусть гуляют они. Не знаю, насколько разбил GoPro, на какие ролики. На этот. Тут, короче, без здрасти, без пока. Я думаю, что просто снимаю. Потому что снимаю на GoPro. В высоком качестве, поэтому не обессудьте. Там битва идет. Я им единственное, может, сейчас вот посмотрю, сколько у меня сетки. Вниз ее чем-то загорожу, чтобы они не под забор не пошли. Вот. Потому что это, походу, их нелюбимое место будет здесь вот. Не потому что Злата там лежит, он их учит, там что-то они ползают. Ну, в норы нориться будут точно 100%. Но есть в кого. Вот. И зачетный, мне нравится помет. Дай бог им хороших хозяев, хорошее содержание. Злата! Прекращай. Злата! Все, все, все пролетели.
Щенки, щенки. Тынь, дрынь, дрынь, домой, 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 домой. Вот такой он классный. Сейчас пойду зеркалку заряжу. Засуетились. Злата, Златушин. Похож на меня стоя. Злата, че за опять в этом водоем? Все, успокойся. Злат. На охране. Шумин сосед. Ой, как холодно. Ёкарный баба. Опять. Семейный разговор. Троллит тебя, Кобелина, да? Ты опять пошла путешествовать? Вообще самостоятельно. Дербаница играет. Как же им нравится вот лайкам все вот узкое, которое подвергает опасности, и вот это все в генах с самого рождения. То, что где все такое трудное, труднодоступное, вот такое вот, где тяжело дается вот это вот все, это вот лайка. Че загоняет 100-200. Наверное, мне GoPro разбило на две части, на три части. Ну, сейчас два тогда ролика на основной. Ну, уж не обессудьте, я экспериментирую. Давно у меня не было, я забыл. 1.48 вроде идет один файл. Не знаю сейчас, как получится. И снимаю вот уже, получается, 32 минуты. И вот, наверное, одним файлом не выйдет. Наверное, разобьет на папки. Ну все, все, все. Злата. Вот я думаю, что все, вагончик это ихний. Все они там сейчас облюбуют, там будет прохладно, и им игры вот эти интересные. Вместо поддонов у них будет, конечно, вот. Чеза, это как тебе, Бела? Там он купает, так купается, вам надо бассейн вкапывать, пруд этот искусственный, этот черный, продаются, в интернете видел. Вкапывать надо искусственные водоемы эти. Туда воды наливать, они будут туда заходить и купаться. Чеза не вылазит с воды, он плавает. Я не откачиваю воду специально. Скоро засыплю со временем. И Златка с ними. Тоже интересно. Она вот наедается, к ним бывает приходит, срыгивает им специально, чтобы они ели. О, задатки, волчьи, солнечные. Наедается, наедается, а потом их зовет, подскуривает, они заходят в будку за ней. Было тут, и она прям срыгивает. И это, и они кушают, что она им принесла. Но стерваза маленькая.
По кличкам сейчас подумаю я, чё как. Посижу, покумекаю. О, хвост мамкин дербанит. Опять они за вольеры пошли. Солнышко выглядит. Белку не прекрати. Белая. Все, им по кругу везде бегают уже. Тык под низ. Вот такие дела. Бела! Ну кушай оттуда! Ну кушай оттуда, сказал! Чеза! Чеза, иди сюда! Злата! Ну-ка на место пошла! На место пошла! Начинается дурдом! Ты сам заходишь. Раздурились. Злат, иди играй с ними.